На конкурс дети читают стихи. Батухтина Ангелина. Фотография вложена в старую книжку. Светлана одинокая. Фотография вложена в старую книжку и забыта среди пожелтевших страниц. Невысокий, в шинели, какой-то парнишка, улыбаясь, глядит из-под длинных ресниц. Карандашная надпись «Зима 43-й». И чуть ниже другая «Погиб как герой». Сколько их, безымянных героев на свете? Сколько их никогда не вернулось домой? Им бы жить без забот и дружить, и влюбляться. Только вдруг в летний день объявили войну. И они, взяв винтовки в свои 18, шли на фронт погибать, защищая страну. Сколько судеб не сложено, песен не спето, сколько жен, матерей оставалось без сна. Так зачем же, зачем в это страшное лето вдруг на нашей земле наступила война? Из учебника вновь оживают страницы, раздвигая границы событий и дат, словно в память о прошлом со старого снимка, улыбаясь, глядит незнакомый солдат. Он герой, это значит, что он не сдавался, это значит, ни шагу не сделал назад. Может быть, он в окопе один оставался, прикрывая собой отступавший отряд. Может, в грохоте хриплом немецких орудий батальон за собою в атаку повел. Только он не вернулся, как многие люди, те, кто с этих боев никогда не пришел. Пусть нам дорого слишком досталась свобода, тем ценнее она для живущих сейчас. И листок пожелтевший, забытое фото, словно памятник всем, кто сражался за нас. Они отдали жизни, чтоб мир продолжался. Наступала весна, было пение птиц, чтоб мальчишка другой в объектив улыбался и смущенно глядел из-под длинных ресниц.